Дорогие друзья, мне тут подсказали, что вы меня не слышали. Это правда или нет? А, вот пошли, по-моему, комментарии. Да. О, а я что-то сделала. Слушайте, ну я еще тот перископчик, да. Теперь я вижу ваши сообщения, ну надо же. Привет, примерка. Какая примерка? Привет из Германии, привет. Как же, а вы меня слышите? Вы сейчас меня слышите? Кто-нибудь напишите. Ура, я могу писать тебе так. Так, это я поняла. У тебя комнаты закрыты. Вы меня слышите, я не пойму, нет? Все ок? Слышите? Господи. Ну что ж, еще раз тогда говорю, что сейчас мы скоро выходим на сцену. Опять пропал чат почему-то. А, нет, плохая связь. А, плохая связь. Слышим, слышим. Хорошо, тогда еще раз говорю, что мы скоро выходим на сцену. Мы находимся в Кремле. Поет сейчас Игорь Николаев. Если вы слышите, мы, значит, будем выступать и петь песню «Миллион голосов» только на русском языке. И со мной будут выступать мои дети из моей творческой школы. Снова 70 человек. Просто невероятное что-то. Да, очень сложно попасть в число тех, кто может писать, как странно. Слушайте, ну, мне кажется, перископ просто еще не так совершенен, как бы хотелось. Но я думаю, что уже в ближайшее время, как только наберется какое-то огромное количество подписчиков, а я думаю, что это случится скоро, поскольку он набирает обороты, сможете писать все. Геленджик с тобой. Передай привет Иркутску. Передаю привет Иркутску. Альметьевск. Удачи мне. Спасибо. Так, сколько минут до выступления? Ага. Когда в Голландии, не пойму. Победы в голосе. Было бы неплохо. Мы договорились с Александром Борисовичем вроде. Он сказал, что... Хотя нет, он сказал, что он сам хочет победить. Привет Тагилу. Привет из Солнечногорска. Вот. Ну что, друзья, буду я переодеваться. Смотрите меня по Первому каналу. Начало концерта в 18:45. Соответственно, я выйду ближе к концу. Вот вы меня ближе к концу и смотрите. Всем хорошего вечера. Привет, привет. Приезжай в Абхазию. Может быть, и приеду скоро. Идут переговоры. Кто там сегодня поет? Поет. Значит, Билан спел, Игорь Николаев спел. Сейчас поет Жасмин. Елена Ваенга. Кто? Готовится Томас Андерс. Ирина Аллегрова. Филипп Киркоров. Нас миллионы, да. Нас мили. О, кто там? Да, опять Илюша. Ну, в общем, всем пока. Я как-то была без звука. Всем пока, хорошего вечера. Выйду еще раз в прямой эфир уже с премией «Гламур», на которую поеду сразу после выступления в Кремле.